сын. Ладно. Так, вот тут я точно не допрыгну. Передвинь камень поближе, попытаюсь допрыгнуть. Будет весело. Еще немного. Да, это и впрямь чаша с песком. Бау! Крепко заперто. Назад, асы. Похоже, богам тут не рады. Вон она. Надеюсь, она нас помнит. Сын.
Постой, сейчас прочту. Привет, Чарли. Твоя подруга здесь? Что это за имя? Она сказала, что ее так зовут. Ну, я так услышал в голове. Чарли. Лучше. Сейдер не Динс, но любого, кто ступит сюда. Что это значит? Слушаюсь. Смерть богу воронов, повелитель висельников. Отец, она здесь! Я очень-очень рад тебя видеть. Я знал, что ты жива. Привет. Ой, а ты можешь оживить голову? Я не очень понимаю, что... Погоди. Где ты это взял? Эти стрелы. Дай их мне. Быстро. Ну, это подарок. Делай, что тебе говорят. Это очень опасные стрелы. Колдовские. Если найдешь еще, уничтожь их. Понял? Ты меня понял или нет? Отвечай! Да, я понял. Если найду, уничтожу. Очень хорошо. Прости. Если хочешь, возьми мои стрелы взамен. Они мне больше не нужны. Ну, что там за голова? Ты хоть сам понимаешь, кто это? Ты убил его? По его просьбе. Он сказал, что ты его оживишь. Я? А ты не ослышался? Пожалуйста. Неси его к столу. Эмили! Я уже очень давно не занималась древней магией. Подержи. Давай посмотрим. Ну... К счастью, голова не сильно сгнила, и мозг все еще цел. Хороший срез. Отрубить голову не кому-нибудь, а ему. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Теперь держи голову под водой и не отпускай. Ты понял? Довольно. Получилось! Покажи мне. Эй, Мимир,
Слышишь? Да. Хорошо. О, Фрейя, давно не виделись. Хорошо выглядишь. Я сделала это только для них. Лично я считаю, что тебе лучше быть мертвым. Я бы поклонился, если бы мог. Прости меня. Если бы я знал, что ведьма в лесу сама Фрейя, никогда бы такого не предложил. Фрейя? Ты что, богиня Фрейя? Ой, ты не знал. Прости. Когда пройдет слух, что Мимир на свободе, Один будет в ярости. Ты богиня. Была первой среди ванов когда-то. Теперь уже нет. Ты не сочла нужным об этом сказать. Ты действительно хочешь прочесть мне лекцию по этому вопросу? Сын, мы уходим. Но... Живо. Не за что. Зачем ты так? Ей нельзя доверять. Потому что богиня? Я тебя ничему не научил. Она же помогла нам. Она лгала. Кто-то ценит свои тайны. Не суди их, брат. Когда мне нужно будет мнение головы, я спрошу. Хорошо. Отнеси меня в храм Тюра к озеру Девяти, и я доставлю вас в Йотунхейм. Мы знаем этот храм. Что там? Последний великан Мидгарда, разумеется. Кто еще укажет нам путь? Мировой змей? Ты что, можешь с ним говорить? Он говорит на древнем языке, древнее этих гор. Больше никто в Мидгарде этим языком не владеет. Конечно же, кроме меня. Правда? А то. И, кстати, Йормунгард – блестящий собеседник, хотя по виду этого, может, и не скажешь. Почему Фрейя плюнула тебе в лицо? Нет, говоря о Бальдре. Он утверждает, что неуязвим. Да, Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Пустые слова. У всех есть слабые места. Боюсь, что нет. Бальдр неуязвим. Ему не причинит ни физического, ни магического вреда. Это ты сказал, Мимир. Разве? Откуда взялась его сила? Если я верно помню, это связано... с магией? Мимир? Наверное, какие-то участки моего мозга еще не до конца ожили. Им нужно немного времени. Он хоть не сломался? Мимир, мы на озере. Хорошо, причаль у моста. Как поговорить со змеем? На середине моста есть рог. Отнеси меня туда. Наконец-то! Это рог! Хорошо. Дай мне подуть в рог. Один поставил тут эту статую в честь Тора. А мировой змей этого жирного болвана ну просто вообще терпеть не может. Наверное, устал на него смотреть. А ему не больно? Ну, видишь ли, в чем дело. Тор и мировой змей давно враждовали. И будут впредь. Наверное, смотреть на своего врага было еще неприятнее, чем терпеть ползущий по кишкам камень. Хочешь, я его спрошу? Нет.
Нас интересует только Йотунхейм. Ну, пожелайте мне удачи. Йормоин Мими. Парни, все в порядке, он меня помнит. Соболезнует вам и поможет. Любопытно. В чем дело? Беспокоиться не о чем. Что он делает? Направляет нас на верный путь. Слушай внимательно. Чтобы попасть в страну великанов, нам нужно две вещи. Во-первых, надо узнать путевую руну Йотунхейма. Во-вторых, надо вырезать эту руну на особых вратах. С горы, где мы тебя встретили? Верно. Только бесконечно мудрые великаны сделали так, чтобы обычный резец тут бы не помог. Только волшебное зубило откроет ворота. К счастью, я знаю, где оно. Совсем рядом. Он сперва будто разозлился. Подумал, что вы, друзья, поняли. Прошу меня простить, никогда не говорил на древнем языке треск. Смотри, вода опустилась еще ниже. Можно увидеть и башни миров, и статую. И я вижу, где еще полазать на берегу. Где этот резец? Найди лодку, и я покажу путь. Когда найдем лодку, можем отправиться на поиски этого резца. Или еще немного осмотреться тут. Но ты, конечно, сам решай. Эй, слышите? У меня к вам еще одна просьба. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Как попасть к крестцу? Под мост, затем туда, к статуям гребцов, ну а потом между ними. Плюнула тебе в лицо. Но она считает, что в ее нынешнем положении во многом виноват я. И в чем-то она права. Все началось во время долгой войны между асами и ванами. Прежде асы легко побеждали всех, но ваны оказались достойными соперниками и нанесли им огромный урон. Обе стороны несли огромные потери. И для многих из нас война перестала быть забавной, а превратилась в утомительное смертоубийство. Согласен, брат? Именно. Вот-вот, дело зашло слишком далеко, и мудрейший советник Одина решил найти другой, более разумный путь. Хотел убедить богов прийти к миру.
Уговоры дались трудно, но, наконец, Один решил взять в жены одну богиню из рода ванов. Славную не только тем, что она хороша собой и плодовита, но еще сведущая в магии ванов, которую Один давно мечтал постичь. Фрея вышла за Одина? Зачем это ей? И она пошла на эту жертву, чтобы защитить свой народ. Воистину, Фрея достойна лучшей участи, но история, конечно, не так проста. Здесь можно высадиться. Гульвейк, ты слишком рано покинула этот мир. А, славно. Резец уже рядом, за этими вратами. Приготовься! Я не успокоюсь, пока ты не станешь как прежде. Да? Ты набираешься опыта. Это за резец такой особый. Знаешь, я рад, что ты спросил. Любопытная история. Жил когда-то великан Тамур. И он был в самом деле великаном. Но, несмотря на свой рост, был, несомненно, лучшим каменщиком, какого видел мир. Тамур гордился этим и надеялся когда-нибудь передать свое искусство сыну. Но в груди юного Хримтура билось сердце воина. Возможно, отец слишком сильно боялся за него, или, напротив, сын мало чего боялся. Так или иначе, они повздорили. И разъяренный каменщик ударил сына. Хримтур убежал в ночь. Сгорая от стыда, Тамур погнался за своим сыном, но был в таком душевном состоянии, что даже не заметил, что в одиночестве бродит по Мидгарду. К несчастью, он привлек внимание именно того, с кем ему не стоило встречаться ночью далеко от дома. Тора. И? Что было дальше? Увидишь. Убил его. О нет, он упал на деревню? Да,
Когда Тамур пал, он раздавил своим телом поселение тех, кто поклонялся Ньорду. Тор кичился, что сделал это нарочно. Но на самом деле мерзавцу повезло. Опасный зверь. Убьем его вместе. Я рядом. Нужен резец? Да, самый кончик. Очень-очень большого резца. У великана перстень с каким-то кристаллом. Ну вот, ничего не вышло. О, отличный ход. Спасибо. Его идея. Боюсь, заперто магией. Что стало с выжившими? О, Тамур был ледяным великаном. Его предсмертный вздох заморозил все вокруг. Вот он! Найди кончик резца. В нем вся магия. Враги! Только скажи! Трума! Почти готов! Я люблю, когда легко.
За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Застывшая смола мирового древа. Удачно. Основа для светового кристалла. Но где он сам? Читай. Слушаюсь. Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему.
Как спуститься? Есть идея. Да? Ты чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. Готов. Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, лови. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... Не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты. Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло, да?
Ты снова дал ему топор. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Носите аккуратнее. Плохого не посоветую.
Не забывай мыть руки. Так что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. У меня к вам просьба. Верно. Совсем небольшая. Ну как идти дальше? Ого, Тамур очень любил украшения. Даже бороду ими увешал. Лично я считаю, что он выглядит эффектно. Для заснеженного трупа. Мне удалось узнать больше про тот противник. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Приготовься! Разобрались. Немир, ты бывал тут раньше? Да. Как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия.
Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор.
Еще кристалл. Дай знак. Что теперь? Рума! Почти вышло. Да уж. И правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. Я понял. Хорошо. Как развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я смогу. А дальше? Держись. Все это плохая идея. Прыгай! Не вышло. Он не долетел. О, нет!
пол обвалился. Там чаша с песком. Но достанем ли? Ты достанешь. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова. Песни мы тоже не любим. Ясно? Сын. Ветур. Хауст. Вар. Сумар. Обратно потечет. Что? Конечно. Загадка. Ответ задом наперед. Трей, то слово. Фола значит длиться. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Фола. Фола. Голова, как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Фола. 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 Стоп! Не пройти! Oh!
кошмары! Русские твари! Отец, берегись! Брат, сзади еще враги! Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся. А чего бояться? Я держу. Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Отдать должное, разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Чего вы взяли, что они вообще тут? Потому что этот молот...
звезда по тебе упал! Ну, если найдем, значит ко мне. Да что с тобой такое? Чую гнома. Иди! Боже. Они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Трума! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Чтобы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной.
соберись! Брат, справа Одру! Похоже, больше нет. Что-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Хватит дурить, делай то! Ты сам не дури! Я не шучу! Сегодня я художник. Ушел живым! Пускай. Дядя наш давно ни хрена не видит. Если отец ему поверил, значит и мы поверим. Так что хватит трепаться. Соберись и помогай искать. Ох, да печешь ты меня. Нельзя подвести отца. Ищи счастливого дома. Пути. У меня к вам просьба, совсем небольшая. Скорее, брат, добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. Ну вот ты. Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди. И далеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Не указывай мне, что делать, брат.
за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Блин, иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Как ты только еще жив? Черт, тебе съели, держит лук! Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Я тут, урод! Надо повторить его! Его. Он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Обернись. Оттащу твой труп. Батка! Я обернись. Оттащу твой труп. Вам нравится? Мой любимый момент! Вам нравится? Обернись! Мой любимый момент! Сзади! Старый! Усталый дед! Отец! Отец! Сына ваша такая страшная! Рожу тебе порезала, чтоб похож был! Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке! Не слушай его! Он хочет тебя разозлить! Идиот! Сыны Тора уничтожат! Сыны Тора могут попробовать! Голова! Извини, я перегнул палку, да? Ты, там! Старый, усталый дед! Отец!
сейчас попляшем. Я тут, урод! Сейчас обернись. Попляшем. Ты просто жалок. Прекрати! Сын, соберись! Сын! Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить.
пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А его отец Тор. Тор не младший, совсем не младший. В Асгарде будут очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Мне удалось узнать больше про тот точильный камень. Выполните ее, а я Стой, вас награжу. Мы тут уже были, но как вернуться? О, хорошо, к делу. Иногда лучше вообще ничего не купить. Парень совсем нездоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо.
Эй, я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Снова руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Там есть проход. Справлюсь. На другой стороне есть путь к выходу. Вышло.
снова под ладонью, почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Сын, здесь еще один. А, этого ты знаешь. Тамур, великан-каменщик. Строит стены Йотунхейма. Это должен был быть его шедевр. Он так хотел защитить свой народ. Жаль, первая часть сгорела. Лучше бы сгорела последняя. Больно смотреть. Тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Да, умеешь ты нагнать жути, парень. Что поджидает? Не знаю. Что-то сильное. Что бы там ни было, мы справимся. Прежде ведь совсем справлялись. Да, отец. Валькирия? В заточении? Значит, это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас? Я готов.
Так что теперь? Может, отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Один украл у Фрей воинственный дух? Да. Фрейя больше не может сражаться, даже защищая себя. Она никому не может нанести вреда ни клинком, ни чарами. В этом жестоком мире ей остается только изгнание. Бедная Фрейя. Я на ее месте тоже бы плюнул тебе в лицо. Да, парень, я бы тоже.